What are you fighting for now? Как вы сами сформулировали, за что вы боретесь? С паузами. Можно сказать, что в первую очередь мы боремся за настоящую свободу украинского народа. First of all, I would say that we are fighting for the real freedom of Ukrainian people. За то, чтобы цвет нашей нации он не уничтожался теми людьми, которые мы сейчас узурпировали по факту нашу страну. So that the best people of our nation wouldn't be destroyed by those who conquered and took control of our country. Шире или более корректнее вопрос раскрой, пожалуйста. В чем главный ваш мотив сражаться сейчас? То есть именно сама цель или идея, за которую... Ну ради чего? Идея, конечно. Идея – это, то есть именно, повторюсь, в принципе, своим товарищем, он же единомышленник, уничтожение народа, именно страны. The main idea, I would repeat the words of my friend and comrade, that we are now facing the destruction of people and country. То есть сама идея заключается в том, что именно мы своей рукой пишем будущее свое. Потому как именно когда уничтожается молодой цвет нации, это и есть самое печальное. Это нет будущего в стране, если будет уничтожаться молодой цвет. When you see how young people are being destroyed, you just understand that there will be no future for you, so we need to save it. Do you feel the position you've taken has the support of a lot of young Ukrainian people? Как вам кажется, среди молодых людей на Украине позиция, которую вы занимаете, находит поддержку достаточно популярна? Да, поддержка есть ответ, так сказать, именно слова поддержки, фотографии поддержки. За ребята, которые знают за наш отряд, но почему как именно еще не стоит слишком одновременно и широко афишировать об этом, потому как человек, который именно будет поддерживать именно, так сказать, такую идею, это сразу же будет и ущемляться. Это сразу же будет глушиться, именно как и любая оппозиция, которая именно добровольно хочет высказать свое мнение, она будет, так сказать, искореняться в ноль. Yes, we get a lot of words of approval from people. They send us text messages, photos supporting us, but they need to be very cautious because this kind of worldview in Ukraine would be strictly persecuted till most radical ways. Yes. Look, you've already answered a lot of questions. Thank you for your time and thank you for your courage. Вы уже и так на много вопросов ответили, поэтому большое вам спасибо за ваше время и за вашу отвагу. Надеюсь, это наша не последняя встреча. We hope it's not our last meeting. Hope so.